Династия краснодарских художников представит свое творчество в музее имени Коваленко. Основные жанры, в которых работают Вячеслав, Людмила и Елена Котелевские – пейзажи, натюрморт. На полотнах природа Кубани, морские речные порты, индустриальные мотивы. Котелевские известны не только в России. Их работы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Швейцарии, Италии и Болгарии. Посмотреть на семейное творчество можно будет с 4 по 14 августа.